Всем привет! Вы на канале Евгеймер. Сегодня у нас снова распаковочка бумажных сюрпризов. Наши коллекции постоянно пополняются. И сегодня у нас новиночка. Конвертики со Спанч Бобом. Возьмем сегодня в честь новиночки 3 конвертика. И идем дальше. Мини-лента. 2 конвертика. Один конвертик из Холодного сердца. 3 Шопкинса. 3 выстрелы для наших пиратов. Осталось 4 конвертика. И сегодня либо оранжевая команда победит, либо будет... Либо завтра будем доигрывать, и может быть даже будет ничья. Посмотрим, что получится. Веселые прилипалы возьмем сегодня 2. Пару амнямчиков. Шарлотта-земляничка 1 конвертик. 2 киндера. 2 сока. РЖД 1 конвертик. Такой. Коллекция коты рулят 1 конвертик. С единорожками. Возьму 2. И сюрпризики от канала «Люблю рисовать» моей сестры Тани. Возьмем 1 конвертик. Ссылочка на канал моей сестры будет в описании. Мы взяли сегодня очень много конвертиков. Это потому, что у меня уже 2 дня не выходили видео. И я хочу вас немножко порадовать большой распаковочкой. А я пошла за каталогом. Вы мне так и не написали, как вам больше нравится идти по порядку, как у нас построен каталог, или же идти, как мы сложили конвертики. И сегодня я хочу пойти по порядку. Коллекция РЖД. 1 конвертик. Посмотрим, что нам сегодня попадется. И у нас повторочка. Крокодильчик, который попал нам вчера. Он полежит здесь. И в конце мы его уберем в конверт для повтора. Так, пираты. Вот у нас есть 2 выстрела. Может быть, сегодня уже все решится. Зеленая команда стреляет в 5 и промахивается. Ну, зеленая команда больше промахиваться не будет. У него осталось всего 3 выстрела. Это именно в корабли. Отмечаем выстрел зеленой команды. И идем к команде оранжевых. Они стреляют D5. И убивают однопалубный корабль. Им остался всего 1 выстрел. И во 2-м конвертике. Интересно, интересно, победят ли сегодня оранжевые. Так, сначала возьмем выстрел зеленых, дадим им хоть немножечко надежду. В2 убивает однопалубный корабль этим выстрелом. И куда же стреляет оранжевая команда? Сейчас все решится. Они стреляют В5. И это, да, оранжевая команда победила. Она потопила все корабли зеленой команды. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам такая игра в морской бой. Если понравилось, то я могу сделать еще одну коллекцию с морским боем, и вы можете в нем поучаствовать. Там, где будут пиратики, я сделаю место для имен своих подписчиков. Если вы захотите, будете играть в морской бой вместе со мной. Ну а мы двигаемся дальше. Каталог лента. Мини-лента. Мы взяли 2 конвертика. Посмотрим, что нам попадется. Под номером 16 нам попадаются пельмешки.
Таких пельмешков у нас еще не было. Вот их место. Давайте приклеим. И во втором конвертике. Под номером 33 повторочка. Вот такой вот шампунь или кондиционер. Или шампунь-кондиционер. Пускай полежат рядом с каталогом. Дальше у нас коллекция сок. Как всегда, у нас два конвертика. В конвертике с ананасиком нам попадается любимый сок яблочный. Это повторочка. Такой сок у нас уже был. Пускай полежит рядом с каталогом. А в конвертике с гранатом у нас сок добрый, апельсиновый. Такого у нас в каталоге еще нет, поэтому мы его приклеим в наш холодильник. Ну а мы двигаемся дальше. Коллекция с киндер-сюрпризами. Взяла два киндера. Сразу же берем первый киндер. Открываем. Кто же нам сегодня попадется? Нам попадается вот такой вот бегемотик. Это у нас повторочка. Отправляется лежать рядом с каталогом. И открываем второй конвертик. Даже не отрезая, могу его здесь открыть. И нам попадается вот такой бегемот-спортсмен. Качок. Получается, бегемотики догнали по количеству серию с миньонами. У бегемотиков осталось две наклеечки, и у миньонов две наклеечки. Принцесски, вам еще далеко до нас. Идем дальше. Стражи Арктики. Веселые прилипалы. Мы взяли два конвертика. Посмотрим, кто у нас сегодня придет в нашу коллекцию. Так, смотрим вкладыш. Хлюпик. Такого у нас еще не было. Давайте посмотрим, как он выглядит. Похож он мне здесь на Каспера. Не знаю, почему он мне его напоминает. Место его вот здесь. Давайте про него прочитаем. Ну вот. Погода противная, суп невкусный, домашки много задавали. Хлюпаешь носом по любому поводу? Наверное, в него забрался хлюпик. Не прогоняй его сразу. Иногда можно позволить себе немного похлюпать. Какая интересная история. Вкладыш лежит здесь, а мы приклеим нашего хлюпика. Тоже нам сегодня попадется еще. Давайте посмотрим. Достаем вкладыш. Это хитрюн. Хитрюнчик у нас уже был. Вот его место. Давайте на него посмотрим. Да, наш хитрюнчик. Как прячет конфетку за спиной. Полежит рядом с каталогом. В конце видео мы еще вспомним о нем. Двигаемся вперед. Коллекция с амнямами. Я взяла два конвертика. Открою их сразу. И кто же у нас здесь внутри? В первом конвертике. Под номером 17. Вот такой вот амнямчик. Я не сразу поняла, что он должен выглядеть не вот так, а вот так. Но ничего страшного, мы его так и приклеим. А во втором конвертике вот такой вот амнямка с открытым ртом. Под номером 24. Вот его место. Приклеим и двигаемся дальше. Коллекция «Я люблю котов». Коты рулят. Один конвертик. Посмотрим, что нам попадется. И я уже вижу. А вы знаете, как зовут эту девочку? Она у нас под номером 3. Разместим ее на ее место. Ну а следующая коллекция – шопкинсы. Три конвертика.
первым попадается вот такой вот арбузик под номером 5. Вот его место. Приклеим его. А вы любите арбузики? Напишите мне об этом в комментарии. Ну, мы переходим ко второму конвертику. Здесь нам попадается перчик под номером 17. Рядом с солонкой соли. И в третьем конвертике. Интересно, тоже с первой странички или мы куда-нибудь дальше пойдем? Так, номер 137. И я подумала, что это будет в конце каталога. Но нет, это Шопкинс из ограниченного выпуска. Вот его место. Давайте посмотрим, кто же это. Это вот такой вот капкейк. Королева капкейк. И сегодня Шопкинсы только с первой странички. Как интересно. Давайте разместим его в его окошечко. И переходим к следующей коллекции. Коллекция «Холодное сердце». Так, единорожки, Шарлотта. Вот «Холодное сердце». Посмотрим, кто нам попадется сегодня. И это повторочка. Вот такой вот олененок Свен. Малыш. Дальше. Коллекция от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Ссылочка на ее видео и будет в описании. Видео, где она делает мне эти наклеечки, сюрпризики. И нам попадается... Вы уже догадались, кто это? Конечно же, это Пикачу. Посмотрите, какой он яркий, красочный. Блестяшечка, наклеечка. Красота. Давайте разместим его в наш каталог. Думаю, Пикачу будет интересно на этой страничке. Вот здесь. Какая красивая коллекция. Посмотрите, какие все наклеечки четкие, яркие, красивые. Обязательно посмотрите мастер-класс, как сделать такие же наклеечки. Ну а мы идем дальше. В коллекцию Шарлотта земляничка. Мы взяли один конвертик. Откроем его. И что же здесь внутри? Здесь вот такая вот девочка. Скорее всего, это какая-нибудь апельсинка или мандаринка. Ребята, напишите мне, как ее зовут, потому что я без понятия, кто это. Я не смотрела этот мультик. Она у нас под номером 14. Вот так. Следующая коллекция, предыдущая новиночка с единорожками. Мы собрали вот таких вот милых единорожков. И сегодня у нас два конвертика. Посмотрим, что нам попадется сегодня. Открою я сразу же два конвертика. И посмотрим в первом конвертике. Под номером 9. Вот здесь. Вот такой единорог, который делает деп. Полежит пускай. А мы посмотрим, кто во втором конвертике. А во втором конвертике вот такой единорожка. Под номером 14. Давайте приклеим обе наклеечки в наш каталог. Готово. А мы двигаемся к нашей новиночке. Это новиночка. Коллекция про Спанч Боба. Мы взяли три конвертика. Я их сразу же открою. Так, лишь бы никого не порезать. Давайте посмотрим, кто нам попадется. В первом конвертике. О, нет, это же злой планктон, который хочет своровать рецепт крабсбургера. Он под номером 7. Разместим его в нашем каталоге. Вот так. Во втором конвертике что-то большое. Ох, это же их учитель. Не помню, как зовут эту тетеньку, но такая она пухленькая. Она у нас под номером 8. Приклеим.
Вот так. И что же в третьем конвертике? А в третьем конвертике вот такой компьютер. Кто знает, кто помнит, откуда он такой в мультике? Он под номером 5. И, конечно же, он рядом с планктоном. Вот так. Эту коллекцию попросила моя подписчица. Имя ее вы увидите сейчас на экране. Ну, а на этом мы закончили. Переходим в начало каталога. И смотрим наши повторочки. Вот такой вот крокодильчик из коллекции РЖД. Из мини-лента повторочка шампуня. Из коллекции сок. Сок любимый, яблочный. Из киндеров повторочка вот такой вот бегемотик. Веселые прилипалы, обязательно вкладыши. И вот такой вот хитрюн. И из коллекции холодное сердце маленький Свен. Ух, какой уже полненький конвертик получается. Ну а на этом, ребята, все. Спасибо большое за просмотр. Завтра я выпущу коллекцию, которая тоже заказала моя подписчица. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.